Я надеюсь, что сегодняшнее мероприятие поможет неспециалистам понять, как именно используются их данные в городе и где находится их приватность, а специалистам выработать механизмы взаимодействия с муниципалитетами, городскими властями о том, как лучше защищать приватность граждан. Мы считаем очень важно говорить о приватности и говорить не только с бизнесом и не только с пользователями, объединять их в одном месте и давать им возможность встретиться, потому что очень часто бизнес думает о приватности скорее в плане соблюдения законов, но мы настаиваем на то, что за этим должен быть человек. Большинство современных направлений в бизнесе зависят от обработки данных. На этом основано развитие бизнеса, и это, в принципе, следующая ступень для того, чтобы продвигаться. Поэтому надо понимать, в каких рамках мы находимся, что можно делать, что делать нельзя, и в этих же направлениях двигать развитие бизнеса. Я думаю, произойдет изменение о том, что репутация – это важно, прозрачность – это важно, и общество белорусское в том числе будет требовать защиты своих данных и будет выбирать те компании, которые могут обеспечить их этим правом контролировать эти данные.